Ну а мы продолжаем с вами качать нашего охотника. Нам дали задание убить кучу призраков. Сейчас мы с вами Сила займемся обещающая. убийствами вот этих вот призраков. Напоминаю, мы с вами играем за охотника, за эльфа крови, за орду. Само собой, это орда. Так, сейчас мы вылезем из мотоцикла и пойдем всех мочить. Хочу сразу предупредить, у меня какие-то последнее Мне время нужна цель. проблемы с интернетом, Сначала нужно выбраться. и я могу периодически вылетать из игры. Я, честно говоря, не знаю, по какой Ищу причине это подходящую цель. происходит. Вот я играю, играю и просто тупо вылетаю из интернета. Не знаю почему. Может, кто-то мне ответит, почему так? Так, вот еще один. Так, сейчас мы с вами. Там еще есть, нам надо с вами еще одного босса убить и двух особых призраков. Вот Мне нужна таких, цель. по-моему, там такие призраки нужны. Да, все правильно, вот два таких У призрака. меня нет цели. Вот. Мне нужна цель. Так, уже шесть призраков. Осталось еще два призрака Сначала и нужно один выбраться. такой и один босс. Так, семь призраков. Так, потихонечку выполняем задание. Вот еще призраки сейчас будут. Так, У вот меня нет еще цели. призраки. Так, сейчас мы вот тут вот где-то призраки наверху, по-моему. Рядом с боссом, по-моему. А вот еще один призрак, который нужен. Вот, сейчас мы его Мне нужна убьем. цель. Так, а с какого уровня у нас будет доступен питомец? Так, воскрешение. Так, а где у нас питомец? Мне интересно, почему у нас нет питомца? Воскрешение. Странно. Умение на питомца есть, а самого питомца нет. А где питомец? Может, он позже появится. А, с пятого уровня у нас будет питомец. Еще один уровень, и у нас будет питомец. Вот. Сейчас мы с вами пойдем босса убивать. Вот. Так. Где там наш босс-молокосос? Вот, а вот и босс. У меня нет цели. Мужайся. Твои друзья недолго будут оплакивать. Да пошел Сначала ты. нужно выбрать цель. Мои друзья всегда будут меня плакать. Я больше не унесу. Да шутка. Я бессмертная. Так, пошли далее. Сейчас мы сдадим с вами задание. Убили босса. Сейчас будем сдавать задание. Привет, призрак. Пока, призрак. Вот, сейчас. Можно, конечно. А может, мы так с вами и сделаем. Попробую тут прыгнуть, правда, у меня до хрена ХП отнимут. Ну ладно, что не лень. Ой, ну, не так уж и много. Даже половину не забрали. Сейчас подойдем вот к этому чубзику, зададим задание, и куда интересно он нас пошлет дальше. Вот. Если он сейчас... Нет, он вряд ли нам даст сейчас пятый уровень, я что-то сомневаюсь. Слава Синдорай! Не сворачивай со своего пути. Ой, а мне не хватает места.
Придется что-то выкидывать. Частая проблема игроков. Нехватка места в сумочке. Потому что у меня одна махонькая сумочка. Ну да, конечно, блин. Продать мусор была не судьба. Сейчас придется из-за своей тупости выкидывать предметы. Так. Продолжить, завершить. Выше голову. Так, а нам дали более крутой лук. Сейчас посмотрим. Четвертый уровень, а у нас первый уровень. Ну, поменяем лук. У нас новый лук. Смотрите, какой симпампуличный лучок. Лучок. Так, сейчас мы сядем на мотоциклик и поедем. Следующие задания выполнять. Не, ну как так-то, блин, там же был чубик, который покупает мусор. Сила. Почему я не это самое? У меня вообще редко такое бывает, что я забываю продать лишние предметы и выкидываю их в воздух. В основном я стараюсь каждую серебряную монету, каждую бронзу зарабатывать. Нас ждет победа. Не теряй самообладание. Какой-то курьер нам нужен. Сейчас посмотрим, что за курьер. По-моему, тут должен быть мертвый курьер. Да, вот он, мертвый курьер. Убитый курьер. Что тут он у нас? Тело курьера похищено все, кроме одной посылки. Судя по описанию, Аларион — это и есть посылка Эрону. Ну именно. Сейчас пойди, поехали обратно. Что тебе удалось найти? Во имя солнечного колодца. Это третий курьер, которого мы потеряли за последний месяц. Я ценю твою отвагу. Не каждый осмелится сунуться на рассветную улицу. Стражам нужно лучше следить за этими злосчастными презренными. Шарель Аран. Чё, поехали далее? Такая музыка патриотичная. Так, чё там далее у нас будет? Вот, он так и валяется. Никто даже не похоронит бедняжку. Так. Фу-фу-фу. Что тебе нужно? Вы посмотрите, какая красивая, офигенная графика. Это учитывая еще тот факт, что я ее немножко ухудшила. У меня стоит графика на минималках. Потому что если я ставлю графику на максималках, у меня глючит интернет очень сильно. Поэтому мне пришлось ухудшить графику. А так, если ставить на максимальные настройки, там и тень будет, и все, что хочешь. И куча спецэффектов. Графика, конечно, тут отпадная. За это огромное уважение Blizzard. Так, 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 так. У меня еще, знаете, у меня еще такой страх, что сейчас поговаривают о том, что в скором времени хотят сделать суверенный интернет, и что, перекроют возможность пользоваться
европейскими услугами, там, играми, еще чем-то, сайтами. И вот я очень переживаю, что... Ну, я не думаю, что они дойдут до игры World of Warcraft, потому что, ну, кому охота такие большие деньги терять? Я недавно смотрела, я вам уже рассказывала, что для того, чтобы просто тупо одного персонажа качнуть до, автоматически качнуть до 50 уровня, нужно потратить 3500 рублей. Это же, считай, несколько походов в магазин за продуктами, такие полноценные походы в магазин. Вот, поэтому я не думаю, что будут закрывать World of Warcraft в России. Кстати, скоро игра подорожает. Она уже подорожала. Дело в том, что я же недавно покупала эту базовую версию Shadowlands, и у меня до 5 мая игра, в принципе, проплачена. Но я недавно заходила на сайт Blizzard, и там было написано, что раньше игра, если стоила 549, то сейчас она уже стоит 649. Вроде бы вы скажете, ну подумаешь, 100 рублей за любимую игру лишние отдать. Ну как-то с одной стороны вроде 100 рублей, но 100 рублей. Просто... Нет, спасибо. Один вот чубик предлагает мне дуэль. Да ну нафиг. Так называемая ПВП. Вот. Кто-то на меня напал. Да ёшкин кот! Чё вы зёрнете на меня? Так. У меня появился питомец. Сейчас посмотрим, кто у меня появился. Давайте всё вот это вот... Всё, что касается питомца, мы всё поднимем наверх. Чтоб нам тут не мешалось. Вот. Всё наверх, всё наверх. Всё наверх. Так, кто у нас появился? У нас появился... Что значит нет питомца? Я не понимаю. Почему у меня нет питомца? Вот я заметила, что в игре какая-то фигня появилась. Раньше питомцев давали сразу, автоматически давали... Вот если мне попадется, я вам покажу, кого дают. Такого дракончика летающего. А сейчас даже его не дают. Странно. Почему так? Почему мне не дали дракончика? Так. Мы должны с вами убить Таэлиса. Нестабильная мана, волшебный сердечник. Вот что мы должны с вами делать. Вот, призыв питомца номер один. Ну, блин, никаких питомцев нету. Хрень какая-то непонятная. Ну-ка, я сейчас посмотрю умение питомца. Может быть, надо выбрать специализацию? Нет, нельзя. Так. У меня нет. Не знаю, я когда я качала Зуракана, мне в начале игры давали сразу питомца. Это был летающий такой дракончик. А сейчас что-то как-то мне ничего не дали. Сначала нужно выбрать цель. Так, вот, вот этот босс. Он как раз под замес попал. Сейчас его мы убьем. Надо его в башку. Давай башку свою, вот башка. И нам надо собирать вот эти бочечки.
Вот эти чупсики, они питаются маной. Для них это как еда. Вот. И мы должны ее собрать. У меня нет цели. Так. Такие вот. Мне нужна цель. Вы посмотрите, сколько чубиков. Посмотрите, сколько чубиков. Сначала нужно выбрать цель. Так. Нам надо собирать вот эти вот эту ману в бочках. А мы тебя цель. Уже убивали, сколько можно. Он хочет еще раз умереть. Пожалуйста, я только за. Так. Сейчас мы с вами пойдем собирать ману. Манную кашку будем собирать. Терпеть не могу манную кашу. А вы любите манную кашу? Дети. Вот еще там манка. О, манная кашка. У меня нет цели. Так. Мне нужна цель. Хороший тролль, мертвый тролль. Хотя я даже не знаю, какой. Вот еще один игрок. Смотрите, вот еще. Какая-то негритоска. Видите, даже можно вот таких вот темнокожих делать персонажей. А, обломалась. А, кстати, может быть и не обломалась. Может быть там многоиспользованные предметы. Вот она меня сейчас матом ругает, если это не так. Вперед, батьки, лезу. Как говорится, кто встал, того и тапочки. Сначала нужно выбрать цель. Так, собираем золото. Без этого никуда. Так, 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 так. Солнечная охотница какая-то территория. Блин, что-то мне как-то плохо попадаются вот эти вот бункеры. Вот. Мне нужна цель. Я стараюсь мобов убивать сразу. Я не люблю, когда я, например, делаю какие-то задания, а мобы как лезут не пойми откуда. Поэтому я их стараюсь сразу убивать, чтобы они не мешались. Так, тут еще надо мобов убить. Сначала нужно выбрать. Я даже, если честно, я даже не знаю, что это за существо. Бедокур какой-то. Бедокур, вот еще. Сколько тут их один? Показалось, что сюда, вот отсюда кто-то пошел. А уже глюки. Ой. Покедова. Ой-ой-ой-ой-ой. Все-таки не предугадаешь всех мобов. Нужна
мне еще надо у этих...